она спала, в чем была, в том и выскочила. Может, она не смогла вернуться за старшей девочкой. Потому что горела вот где-то в прихожей, а она балкон аж на кухне. Муж ушел на работу, они спали, младший ребенок встал. Трехлетний. Может, он что-нибудь сотворил, а кто это знает? Этого я уже не узнаю. Эти двое спали, а этот бегал. Но он часто выбегал вот сюда. Муж у меня сразу их обесточил. Электрик все отключил сразу. Ну, из дверей сначала дым шел, а потом пламя прям. Прямо из дверей. Дверь горела. Так вот раскрыли дверь. А соседи еще? Ну, что соседи? Соседи тоже еле вышли, потом зайти не могли к себе. Вскрывали их дверь. У меня вот соседка видела, как она стоит на балконе и кричит: «Помогите!», а помочь мы ничем не можем. Да, все в дыму было. Это потом вот открыли. Благо у нас тут на каждом этаже открывается, проветрили немного. Я утром вышла, было затемнение, и пахло резиной. Там сразу чувствовала, что там пробок. Запах резины, кабели, может, что, но не газа. Если бы газа, вы представляете, во-первых, поняла бы газа, а это был запах действительно такой, как резины, проводки. Ведь, знаете, не так взорвалось бы, все полетело бы, если бы газ или чего. Представьте себе газ, что здесь бывает.